Гражданская война. На протяжении десятилетий представления о ней формировались исключительно советской пропагандой. Соотношение сил искажалось, изображение большевиков приукрашивалось. Кинофильмы, художественная и научная литература превращали ее в легенду, на примерах которой требовалось воспитывать молодежь. Существенными недостатками страдают и труды белых авторов. Их создавали проигравшие. Политики пытались задним числом доказать свою правоту, а вину свалить на других. Военные старались разобраться, почему же они проиграли, но их кругозор оказывался слишком узким. Как итог, мы имеем одно из самых значимых событий в истории нашей страны, которое до сих пор покрыто пеленой тайн, в том числе и об истинных причинах революции. Некоторые историки полагают, что весомых причин на момент отречения императора Николая II не было, и в этом видео я познакомлю вас с 9 аргументами, которые они используют. Если вы еще по каким-то причинам не подписались на канал, самое время это сделать. Так вы не пропустите новые выпуски. А если вам нравится, что я делаю, вы можете поддержать канал по ссылкам в описании. Накануне гибели Российская империя была одной из ведущих мировых держав. Часто выступала третейским судьей в вопросах международной политики. Она находилась на взлете своей культуры. В это время творили великие писатели, поэты, художники, музыканты и философы. Не зря начало 20 века прозвали серебряным веком русской культуры. Страна переживала бурный экономический подъем. За 50 лет объем промышленного производства вырос в 12 раз. Держава покрылась сетью железных дорог. Были освоены угольные месторождения Донбасса. Созданы нефтепромыслы Баку и Грозного. Построены такие гиганты, как Путиловский, Обуховский, Русско-Балтийские заводы. Текстильная промышленность полностью обеспечивала страну и экспортировала свою продукцию. Сельское хозяйство ничем не уступало другим отраслям. От продажи за рубеж одного лишь сливочного масла Россия получала столько же прибыли, сколько от продажи золота. Страна занимала первое место по производству сахара и зерна. Российская империя была лидером на рынке производства продуктов питания, обеспечивала сырьем Европу. Объем внешней торговли утроился. По темпам роста промышленной продукции и производительности труда Россия вышла на первое место. По объему производства занимала четвертое, а по доходам на душу населения пятое место в мире. Средняя заработная плата была самой высокой в Европе и второй в мире. По воспоминаниям Хрущева, он даже в должности секретаря горкома партии получал меньше, чем в бытность простым рабочим до революции. Предприниматели заботились о бытовых условиях рабочих, культурном развитии, устраивали школы, создавали театры и музеи. Большинство фабрик и заводов проработали до конца 20 века. Аппарат управления страны был отлажен и эффективен. На всю Россию насчитывалось 250 тысяч чиновников. Это в 10 раз меньше, чем при советской власти. И при этом четко обеспечивал все функции жизнедеятельности государства. Россия пользовалась всеми возможными политическими свободами. В 1905 году упразднили цензуру. В двухпалатном парламенте были представлены все партии. Весь аппарат политической полиции, известный как Третье отделение, не дотягивал до 1000 офицеров. Российская империя не была разорена войной. Она сохранила колоссальный золотой запас. У нее в достатке было продовольствие. Карточки ввели только на сахар. Мясо, хлеб и рыба продавались без ограничений. В тылу продолжали работать трактиры и рестораны. По мнению некоторых историков, эти аргументы доказывают, что революция случилась по другим причинам. По каким? Если это видео наберет 500 лайков и 100 комментариев, то я сделаю отдельный ролик на эту тему. Вы как раз можете написать в комментариях, что думаете, имеет место быть подобная версия или нет.